дед! Тише! Ты чего расшумелся? Дедушка вон отдыхает. Ну как? Тебе сказать? С вами, понимаешь ли, отдохнешь. Особенно с моим внуком. Опять шарматку нацепил. Видел бы тебя твой отец. Что на этот раз? Меня в армию забирают. Как забирают? Когда? А вот так. Вот повестка пришла из военкомата. В ней точная дата и время. Приди с вещами, забираю тоже из военкомата. Сыночка! Сынок! А как же мы без тебя-то будем? Ничего, ничего. Там у него с головы всю дурь выпьет. Мужчиной станет. Я служил, а он мой внук. Понимаешь, Ваня? Каждый настоящий мужчина должен отдать долг отечеству. А кто не служил, понимаешь, в армии, тот, конечно, в этой жизни многое потерял. Так что не дрейф, Ваня, иди служи отечеству. Мам, а Машка меня ждать будет? Если любит, сынок, дождется. Твоя Машка, Ваня, мечта поэта, класс. Этот клад не подлежит конфискации. У меня глаз алмаз, понимаешь? А если что, сам за твоей Машкой присматривать буду. Спасибо, Петух. Эх, родненькие мои. Ну что, Ваня, не подведи. Ну что ж, Ванечка, добрый путь. Служи России. Год солдатский долго длится, и для Вани настал срок. Историй много есть на свете, есть в них минус, есть и плюс. Слушай дальше повесть эту, да наматывай на ус. Привет, ребята! Привет! Здорово! Привет! Меня в Денежную Варгию забирают. О! Круто! А в какие войска хочешь попасть? Десант, где Москва? Возможно, останусь на сверхсрочную службу. Я уже принял решение. Вот как только закончу 11 класс, так сразу буду поступать в военную академию. Буду военным. Есть такая профессия. Родину защищать. Кто, если не я? А я собираюсь поступать в медицинский. Хочу стать врачом. Да ладно, ты же крови боишься. Да ну тебя! Старший матрос Иванов достоин службы и к месту назначения прибыл! Здорово, ребятки!